Ну что, находимся в Каролина Бугас. Отъехали примерно 2-2,5 километра от того пляжа, где мы были. Это уже следующее курортное место. И сейчас направляемся в сторону пляжа. Так выглядит здесь прямая дорога туда. Все ребята при сумочках. Идем тестировать. А сколько персики стоят? 35. За пакет, да? Там килограмм получается. Ага. Спасибо. Вот, 35 гривен пакет, это получается килограмм. Такое жилье здесь нашли сейчас. Территория, лодка, все дела. Лес есть на территории. А, еще чуть-чуть осталось, и уже увидим, какой здесь пляж. Вот, видите, мусорок нету, и поэтому вот такие горы здесь. Это большой минус и затоки, и этого местечка Каролина Бугас. Большой минус для этого места, что нет мусорок, некуда мусор выбрасывать, поэтому и мусорно здесь. Я в этот раз что-то думаю, так поеду в затоку. Если я так прикалываю, когда вот идешь, вроде такое все задрипанное, а потом, как вот это мы сейчас так уже были, попадается такой вид офигенный вообще, который настолько колоритно отличается от основного, да, вот идешь, а потом такой вид именно. Мусорка, да. Смотрите, мусор везде. Из-за того, что как нет мусорок. Каролина Бугас. Там мусор, Каролина, здесь Бугас. Везде мусор. Вот администрации этого городка или населенного пункта минус. За то, что не поставили мусорные ведра. Так, везде а мусор. Это. Ну что, пошли, уже подошли почти к самому пляжу. Смотрите, какие виды открываются. Какие места есть. Здания такие современные. Бассейн. С той стороны тоже такая большая база отдыха, отгороженная. Даже есть ворота, можно поиграть в футбол, там еще во что-то. Вот тир здесь есть. Ну, в принципе, здесь пошумнее, чем мы были на затоке. Более шумное место, как мне кажется. Но это мое первое впечатление. Сейчас пойдем, будем смотреть, какого качества вода, насколько она теплая. Ну, 2 километра разница между тем местом, где мы были, и сейчас, примерно 2 километра, то, мне кажется, особой разницы не должно быть, а кто знает. Смотрите, здесь еще бассейн прямо около пляжа плюхается. Мы уже снимаем при камеры. Слава здесь, Макс. Вот. Вот так вот это все выглядит. Наверное, стоит денег это все. Но нормально, такого я нигде не видел. Вот уже пляж здесь рядом. Будем сейчас смотреть. Смотрите, здесь побольше всяких развлечений есть. Здесь есть бананы. Здесь есть горки какие-то. Там тоже, кстати, горки были, но не так много всего. Еще здесь имеются катамараны. Ну, то есть пляж более такой засыпанный всякими развлечениями. Есть элитное жилье, как мы посмотрели, бассейны и тому подобное. Это классно, конечно. Мне здесь больше нравится. О, Слава опять. Лично записываю. Мое мнение, как кому? Лучше. Да, интересно. Вот, да, я не оценил, да? Нет? Больше татуха. А что не понравилось? Ну, если... Мы находимся в Каролина Бугас. Посмотрим, вода какая здесь. Здесь вода попрозрачнее, вроде как. Есть какие-то водоросли немножко. Ну... Я думаю, что ветер утих немножко, поэтому и волна немножко спала. Вода по температуре, мне кажется, та же самая, как и до этого в затоке была. Сейчас посмотрим. Я вижу, что там волны большие вначале идут. Пойдем до туда. Вот смотрите, одна волна за другой прямо пенится. Это интересно. Слава уже вовсю здесь купается с Сашей, с Александром. Вот, сейчас пытаюсь их найти. Наверное, они уже где-то в глубине находятся. Будем тестировать прозрачность воды. Дойдем подальше тогда. И вот видите, берег, как выглядит береговая зона. Аж как выглядит. Мы были аж там. Отсюда не видно.
покажу немножко пляж со стороны. Вот. Здесь элитное жилье. И здесь такое большое место отдыха. Большая база такая. Вот. Ну, классно. Вот. Ну, мне кажется, вода по прозрачности чуть-чуть лучше, но не намного, чем там, на затоке. Смотрите, что делает. Копирую, плагиат. Точно такая же камера у меня. Только у меня фетрозащита. Конечно, это лучшее приобретение. Как тебе? Мне нравится. Лучше затоки? Ну, я не знаю, мне кажется, здесь чуть-чуть прозрачнее. Чуть-чуть, если. Вон сейчас или упал это. Ветер поменьше стал. Ага. Медуз тоже нету, как я вижу. Короче, если бы у меня был бы выбор, куда поехать, в Затоку или в Каролину, Бугас этот, то я приехал бы туда. Ну вот неизвестно, как там с народом сейчас. Где? В Затоке. Сколько народу сейчас там. Потому что здесь, если посмотреть, так довольно много уже стало на пляже. Ну, это хорошо. Здесь когда нету душевых, людей. Кстати, кабинок, ничего. Я люблю, когда много людей. Только что в том зале. А, ну понятно, я просто не в теме. Потом увижу. Все, мы ныряем. Оп, нырнули, смотрите. Вот так вот снимаются обзоры с лавой подводного мира. Вот он нырнул, сейчас будет выныривать. Сейчас мы посмотрим его в прямом эфире. Он далеко поплыл, вон он. Вот так вот снимает обзоры Слава. Холодная волна, визитный подвиг. Вот это музыка играет. Это визитная карточка твоего канала. Давай, ныряем. Давай, ныряем. Давай, привет, жене. Да. Вика, привет. Давай музыка на белом волна. Нет, холодная волна. Поехали. Вот он плывет. Снимает контент для Славы. Следующий, с открытым ртом плыл. Да? Да я не видел. Ты будешь нырять или? Я нырнул на свою камеру. Ты у меня есть такого, да. В Южном. Короче, Григорию не буду давать. Главное, что он плывет с камерой. В Турцию. Он же блогер. Он будет, какой он камерой, со твоей или с моей. Будет там плыть и посадит батарейку. И закончится карта памяти. Макс будет сейчас нырять. Все. Вот это я первый раз вижу, когда человек ныряет с маской, с очками, да, и никогда не видел. Они у меня никогда, во-первых, не теряются, да? Это вот очки бумеранги. А, то есть они падали, но возвращались? Возвращались, да. Ну, я их придерживаю. Ага. Поехали. Вот, видите, человек ныряет. Очень моменты. Один раз была история, потеряли все очки утром. Детвора нашла их где-то в метрах 200, принесли, да? Я так одел. Еще что хотел сказать по поводу вот Затоки, она находится там 2 километра, 2.5 отсюда, и вот этого места, это Каролина Бугас. Вот что я хотел сказать по поводу этих двух пляжей, что в отличие от Скадов, от Коблева, от Южного и Железного порта, где я до этого был, и видео об этом у меня на канале, что вот в этих местах нету медуз. Это очень-очень большой плюс. Вообще нет никаких медуз, я не встречал здесь. Особенно ядовитых вот этих медуз, которые жалят, или как сказать, в общем, причиняют боль. Это очень большой плюс. Вот, в сравнении с теми пляжами. Ну, народу здесь, я смотрю, тоже довольно много, хотя есть места, где народ почему-то не отдыхает, почему-то они выбирают определенные места для этого. Ладно, на этом все, наверное, будем перемещаться уже дальше в другое место. Возможно, мы еще поедем в Одессу сегодня. Вроде Слава пообещал. Но это будет видно уже позже, ближе к вечеру. Зашли на территорию соснового бора или что это такое. Здесь охрана, наверное. Я зашли в одно такое место. Вот здесь комплексные обеды стоят 80 гривен. Вот первое блюдо из этого здесь вот находится. Такой супчик с курицей. Пресноватый. Соли нет, да? А, ну вот, и сейчас мы будем пробовать это все дело. Вот уже Саша отпробовал, отведал. Теперь я буду приступать к этому. Посмотрим потом, что еще за блюда будут нам приносить.
второе блюдо, которое нам принесли. Здесь у нас рис, здесь у нас курица, салат, два кусочка хлеба. Второе ну, блюдо поинтереснее. Вот. Будем пробовать сейчас тоже. Ну вот, покушали вот в таком заведении, при гостинице, или это от базы отдыха. Вот, и здесь есть, смотрите, хочу показать вам, животные какие-то живут. Есть они здесь, нету, но клетки здесь во всяком случае есть. Животных не видно, наверное, их убрали отсюда или еще что-то. Беседочки есть здесь. Такие конструкции какие-то металлические. Ну, в общем, территория интересная, конечно. Есть что посмотреть здесь. Здесь лодка. Говорят, можно ее в аренду взять. Такая. Здесь тоже кушать можно. Ну, вот такое вот место. Очень хорошая еда. 85 гривен стоила. Комплексный обед. Это вот суп. И второе вот это рис. И курица с салатом. Нормальная вещь. Можно кушать. Вот. Ну, сейчас будем двигаться дальше уже, перемещаться в другое место. Я не помню название этих мест. На Черном море. Следующий курорт у нас. Еще сейчас покажу с другой стороны чуть-чуть это место, заведение, где мы кушали. Видите, вода такая здесь. Говорят, рыба здесь водится, змеи какие-то есть. И вот сам вот этот, не знаю, как кафе или что это назвать, где мы кушали. Вот такое вот место. Контраст жилья. Вот рядом находится такой домик, видите, и рядом находится вот такой шикарный домик. Не знаю, по ценам, может быть, они одинаково по аренде стоят, может быть, разные цены, но вот такой вот факт есть здесь. Для информации, в Каролина Бугас, как нам только что сказали, можно приехать из Одессы на электричке. То есть до Одессы доезжаете, из Одессы идет электричка в сторону Белгород, что ли, как-то так назвали. И вот здесь есть железнодорожная станция. Вот. И отсюда уже вот пешочком до моря, совсем тут недалеко, в районе, может быть, километра, может, меньше даже примерно идти, и уже будете на пляже. Аренда жилья тоже здесь есть, то есть можно взять в аренду жилье и здесь отдыхать, в принципе. Вот. Наша машина здесь стоит, здесь маленькая парковочка такая есть. Сейчас покажу немножко вам обзор этого места. Вот. Называется вот на украинском Каролина через дефис Бугас. И вот выглядит немножко на Крым, мне напоминает, как-то похоже это место. Такая горочка здесь. Ну, интересное место. Вот. Ладно, едем дальше сейчас. Ребята уже настроены посещать другое место, я тоже. И будем смотреть, что там, как там вода. Говорят, что есть почище места. Вот мы будем ехать. Говорят, что там чище место, чем здесь было. Будем смотреть. Ну что, мы сейчас находимся в Грибовке. Мы втроем идем на пляж. Слава там зацепил какое-то жилье снять. Будет снимать какой-то сруб. В общем, у него на канале можете посмотреть это. Аня уже вон там купается. Сейчас мы подойдем к нему. Ну и как тебе? Дюжами бросаются, видел?